полное собрание сказок, собранных братьями Гримм в неадаптированном варианте для взрослых. Многие известные сказки в оригинале заканчиваются вовсе несчастливо. Дело в том, что братья Гримм писали свои произведения для взрослых, поэтому сюжеты неадаптированных версий «Золушки», «Белоснежки» и многих других добрых детских сказок легко могли бы лечь в основу сценария современного фильма ужасов. Сестры Золушки обрезают себе часть ступни, чтобы влезть в хрустальную туфельку. Принц из сказки про Рапунцель выкалывает себе ветками глаза. А добрые родители Гензеля и Гретель отрубают своим детям руки и ноги. Таких сказок вам еще не доводилось читать. В этом издании впервые публикуются все, включая самые мрачные и пугающие истории оригинального сборника «Братьев Гримм». Издание дополнено гравюрами и иллюстрациями 19 века. «Меня мачеха убила», «Мой отец меня же съел», «Моя милая сестричка мои косточки собрала, во платочек их связала и под деревцем сложила. Чивирк, чивирк, что я за славная птичка?» Сказка о заколдованном дереве. Якоб и Вильгельм Гримм. Настало время спасать древние предания и сказки, чтобы они не исчезли в беспокойных днях наших, как искра в колодце или роса под горячим солнцем.